Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Вот вчера я говорила про перекись водорода и сказала, что на следующий день буду рассказывать вот про этот HB101. Сейчас я очень-очень подробно расскажу о этом препарате, потому что он новый. Вот сейчас армия садоводов-огородников растет с каждым годом у нас. И для многих из нас выращивание овощей и фруктов стало вот таким обыденным, привычным делом. Мы все привыкли, что мы все выращиваем для себя овощи. Но собрать высокий урожай на собственном участке удается не всем, потому что это не очень просто. Многие, ведь большинство даже из нас, стараются не применять вот эту агрохимию, различные химические удобрения. Для повышения урожайности в основном используем органику. Вот я тоже принадлежу к этому числу. Я только вот навоз, перегной и все такое, вот эти жидкие на основе гуминовых удобрений, все вот это добавляю, больше ничего. Все мы боимся отравить себя. Нам достаточно в магазине плохих продуктов, в которых все это добавлено. Но недавно появилось новое средство HB101, потому что жизнь не стоит на месте, до нас доходят всякие новинки. Это средство японское, оно не наше. Оно японское, оно не очень дешевое, вот 150 рублей вот такая маленькая капсулка стоит. Но оно эффективное, и уже по отзывам тех, кто его использует, оно заслуживает внимания и заслуживает того, чтобы о нем узнали и остальные все. Кроме того, это средство является безопасным. И в отличие от всех удобрений, которые мы можем купить там фабричных, вот эти всякие аммиачная селитра, амофоска, ну, все-все-все, оно полностью натуральное. Это японский производитель, а все мы знаем, как японцы, с каким трепетом относятся к своей экологии, как они любят все эти натуральные продукты. И вот поэтому этому средству у нас, я вот не знаю, наверное, нет еще аналога, потому что русского такого вот, ну, под вид этого я не видела, но вот это японское средство, оно прекрасное. Что это такое? Это стимулятор роста на основе концентрированного питательного состава, выработанный из экстракта растений, таких как кипарис, сосна, гималайский кедр и подорожник. Ну, сразу из всего перечисленного, эти опытные люди понимают, что и подорожник, который мы в детстве применяли, раны заживляли, и сосна, кипарис, которые эти... Ну, у них вот эти вот смолы, это как они называются, я точно не помню, но тоже обеззараживают ими воздух. Самый чистый воздух это в хвойных лесах. Вот все эти вещества концентрированные, которые из этих растений выведены, они составляют полностью вот весь состав. Больше ничего там не добавлено. Это полностью натуральный продукт, поддерживающий и стимулирующий развитие растений. Он оказывает положительное влияние на их иммунную систему. Вот, во-первых, да, он стимулирует, потом оказывает помощь в использовании внутреннего запаса вот у растения и силы окружающей среды для полноценного роста и развития. Это получается, что есть запас у растения, но оно его не может в полной мере использовать, пока ее немножко простимулировать. Вот этот вот препарат как раз это делает. Он пробуждает все эти процессы, толчок дает. Вот HB способствует, во-первых, улучшению роста, снабжению необходимого питания, обильному цветению, если это вот цветы и такое цветорастущее, и повышенной урожайности. Это органический продукт, совершенно безопасен для окружающей среды, для животных, для людей. И он создавался именно для того, чтобы сократить потребление химических средств в сельском хозяйстве. Его можно использовать не только для замачивания семян,
на протяжении всего года. Этот вот препарат универсальный для замачивания семян, для полива, для опрыскивания, для всех-всех обработок. И вот кто его применяет по несколько лет, но я не слышала, чтобы кто-то его применял более 5 лет, потому что он не так давно у нас на рынке появился. Но вот одну женщину знаю, которая применяет его ровно 5 лет. Первый год как начала применять, и больше с него уже не сошла. И в инструкции написано, что растения, которые обрабатываются на протяжении всего года вот этим ЭШБ, они очень устойчивы к фитофторозу, к кислотным дождям. Если, например, город большой промышленный, у нас, вы знаете, что вместе с осадками могут упасть и различные вредные вещества. После обработки этим средством форма листьев, цвет плодов и цветов становится лучше. Улучшаются вкусовые качества плодов, повышаются питательные качества собранных плодов, урожай созревает немного раньше, и содержание витамина С вот во всей продукции становится выше. Но это уже не по отзывам, но содержание витамина С, это уже научное исследование проводилось. И по мнению специалистов, которые проводили все-таки испытания, уровень урожайности возрастает в некоторых случаях даже в несколько раз. Кроме того, что повышается урожайность, он еще сохраняется намного лучше. У него сохранность у плода повышается. И растение, что самое важное, что немаловажно, вот для тех, у кого маленькие участки, вот в черте города, как вот у нас, растения, обработанные вот этим препаратом ЭШБ-101, можно повторно высадить на следующий год на этом же месте, если обрабатывать землю вот этим препаратом. Сейчас немного о самом средстве. Средство выпускается в 2 формах, гранулы и жидкость. Более быстрый и эффективный результат дает препарат в жидком виде. Это вот такой вот в капсульке. Чтобы добиться желаемого результата, его следует применять, вот что, как вот такой нюанс, на протяжении всего сезона 1 раз в неделю. Потому что, вот смотрите, замочить семена мы можем, ладно, а для того, чтобы весь вот этот спектр, вот все, что производитель о нем заявляет, чтобы и всхожесть там, и сопротивляемость к болезням, нужно вести ваше растение весь сезон на этом препарате. То есть, взяли, например, один какой-то участок, или одну грядку, или одну теплицу. Начните, я понимаю, что весь участок обрабатывать, это дорого таким препаратом, начните обрабатывать только вот этим ЭШБ-101. Это значит, что не нужно обрабатывать ни хомом от фитофторы, никакими другими. Просто раз в неделю делать опрыскивание растений и полив, и перед посадкой землю проливать этим же раствором. Потому что его нельзя с другими путать и совмещать. Так не получится, что один раз вы им обработали, другой раз другим, уже упадет эффективность, снизится вот этого действия. И вот написано даже на инструкции, что чтобы добиться вот именно этого желаемого результата, нужно раз в неделю опрыскивать постоянно. Вот тут флакончик имеет дозировочную пипетку, капельки, он отвешивает, ну, как можно капли очень хорошо отмеривать. И 1 мл препарата вот этого растворяют в 1 литре воды. Обычно упаковки вот такой вот, 6 мл, да? Я не вижу, написано в инструкции, что упаковки 6 мл, хватает, чтобы развестись в 60 или 120 литров воды. И обрабатывать почву перед посадкой растений. Если вы решите, например, на этом препарате вырастить свой урожай, верхний слой почвы обрабатывается на протяжении 3 недель перед посадкой. Это значит, вы готовите почву именно под выращивание овощей на препарате ЭШБ-101. Прольете почву, через 3 недели посадите, и потом уже растения будете опрыскивать. Укрепляет всходы, рассаду, все это. Для полива растений используют рабочий раствор, который готовят. Вот, 2 капельки, 1-2 капли на 1 литр. Все поливаем, хоть рассаду в лотках,
хоть растения потом в огороде. Это будет способствовать эффективной завязи и вегетации растений. Но, так же, как и другие стимуляторы, разведенный препарат необходимо использовать сразу. Нельзя его хранить. Если не использовали, все, выливайте. Он не потеряет свое действие. Препарат в гранулах, там он другое. Мы сейчас говорим именно про семена, про рассаду. А в гранулах можно под деревья закапывать, под кустарники. Он длительного действия, он будет разлагаться там немножко. Ну, там написано в инструкции, что для саженцев одну гранулу вкапываете, для двухлетних две гранулы, 3-4 года, если дерево, и оно плодоносящее, там уже больше увеличивается. Если вы будете это делать, ну, это все можно прочитать на инструкциях или найти в сети дополнительную информацию. Я не буду время терять. Но самое главное, запомните, что не рекомендуется использовать с другими составами. Если вы решили вот им пользоваться, взяли этот бутылечек маленький, и все, тогда какую-то часть, например, одну теплицу или грядку, ведите на ней. Ну, а сейчас можно замочить и выращивать рассаду на этом препарате. Еще немаловажно, что его можно использовать в сочетании с органическими удобрениями. Вот навоз, перегной. Если вы добавили в почву навоз и перегной, то вы можете еще и вот этим обрабатывать. Тот будет для питательности, этот против заболевания, для укрепления иммунитета. Подходит и для ухода, для удобрения за комнатными цветами. Но мы сейчас эту тему вообще трогать не будем, она большая. Там поливать можно, также растворять. Главное, что это средство не токсично, совершенно безопасно в применении для растений и для животных, и для людей, я уже говорила. Все это можно применять и не считать, что вы пользуетесь какими-то вот фабричными химическими удобрениями. Это органическое из натурального вещества, из растений. Все, я коротко рассказала, но сейчас я еще скажу, как... Мы начали-то из-за семян, что вот семена замачивать можно им. Сейчас прочитаю. Вот здесь на инструкции написано. Семена и зерна замочите в растворе HB101 1-2 чайных капли на литр воды. Это вот рабочий раствор. Если вам нужно меньше, значит на пол-литра одну капельку капните. Он очень экономичный. Вот этой маленькой вот капсулы хватит на очень долго. Семена цветов можно замочить на 12 часов, там потом то-то на 3 часа, луковичные на 30 минут. Если вы купите этот препарат, на каждой пачке есть на обратной стороне инструкция. Вы все это прочитаете, потому что если у вас сейчас его нет на руках, вам даже вы и не запомните, вам не надо смысла нет читать, на сколько часов что-то замачивается. Просто я рассказала вот общее положение, характеристики этого препарата. Если вам понравится, придете в магазин, спросите. Вот дальше написано: рассаду обильно полить раствором за 1 час перед высадкой в открытый грунт. 1 раз в неделю орошайте посадки в течение всего периода вегетации. Регулярность полива раз в неделю, раствор рабочий 1-2 капли на литр. Все, на этом я закончу. Я вот следующую партию хочу специально попробовать замочить семена вот в этом, ну, HB101. Потом буду поливать рассаду и опрыскивать. И подпишу лоток, что это именно использование вот этого вот препарата. И замечу, насколько мне хватит, хватит ли на сезон вот этой бутылочки. И вам потом расскажу, как он действует, понравилось мне или нет. Все, до свидания. С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука. Хоть мы и привыкли, я вот, например, действовать по старинке, лучше перегной везде и чернозем. Но вот такие новинки, как вот это японское средство, ими тоже игнорировать не надо. Потому что если натуральное органическое средство, не опасное, не токсичное, почему бы нет? Значит, будем пользоваться вот в этом году этим средством. До свидания. У меня есть знакомая, которая поделилась со мной 5 лет только им все обрабатывает и сказала, что фитофторы на растениях у нее нет вообще, она забыла про это. Но еще она уточнила, главное не пропустить ежедневное вот это полив и опрыскивание раз в неделю. Если пропустите 1 раз, все, оно уже, весь эффект пропадает. До свидания.